Для нас привычно видеть стационарный пост сотрудников ДПС при въезде в город. Некоторые автолюбители уже знают, в какой момент стоит снизить скорость или даже больше – пристегнуться. Но мало кто знает, что такие посты служат большим гарантом безопасности. Ни один подозрительный автомобиль не сможет пересечь черту города. Взмах волшебной палочки, и водитель прижимается к обочине. Подозрительные машины сотрудники ДПС останавливают в первую очередь для досмотра на наличие в нем запретных веществ или оружия. Водители открывают багажник, показывают абсолютно все документы на машину. Шоферы же большегрузов предоставляют для досмотра свою фуру. И только убедившись в полной безопасности автомобиля, сотрудник ДПС желает ему счастливого пути. В случае, если граждане-водители похожи на лиц разыскиваемых, они сопровождаются на пост, стационарный пост ДПС, где проверяются все необходимые документы у них. Сотрудники дорожно-патрульной службы на стационарных постах усилены специалистами органов внутренних дел, которые осуществляют силовое прикрытие. Поэтому границы нашего города надежно защищены.